Сегодня губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев и председатель правительства Юрий Михайлович Андреянов проводят брифинг, в ходе которого будут озвучены итоги социально-экономического развития региона. С основным докладом выступит Владимир Сергеевич, и затем вы сможете задать интересующие вас вопросы. Итак, начинаем. Пожалуйста, Владимир Сергеевич. Так, добрый день еще раз. Уважаемые коллеги, я попрошу быть внимательным. Мы подготовили для вас информацию, она содержит много цифр, поэтому очень важно, чтобы вы, так сказать, все эти цифры посмотрели достаточно внимательно и не путали ничего. Это первое. Второе, мы себя сравниваем с самим собой. Помните, как в той прекрасной рекламе, главный мой противник – это я, да? Поэтому сравниваем себя с самим собой. И, кстати, покажем вам некоторые сравнения, которые были достигнуты в Тульской области и в разные времена. Я думаю, для вас будет тоже достаточно интересная информация. Итак, региональный продукт в 2011 году составлял 280 миллиардов рублей, соответственно, в 2012 – 311 миллиардов рублей, в 2013 – 347 миллиардов рублей, оценочно 2014 и 2015 годы, соответственно, 2014 – 389 миллиардов рублей, 2015 – 430 миллиардов рублей. То есть вы видите, что область показывает четкую, понятную, нормальную, стабильную динамику. Динамика примерно 10 до 15% ежегодно. Ну и задача, вы помните, что по 2017 году мы должны подойти, по итогам 2017 мы должны переступить рубеж регионального продукта в 500 миллиардов рублей. Это та задача, которая стоит перед правительством Тульской области, и та задача, которая, соответственно, должна быть исполнена. Индекс промышленного производства, здесь мы даем данные за январь-ноябрь 2015 года, составил 112%, а в целом по Российской Федерации около 97%, и за 4 года он у нас увеличился с вами на 50%, соответственно, общий рост, общее место в Российской Федерации по динамике у нас 8-е. Объем отгруженной продукции промышленного производства в 2015 году составил почти 530 миллиардов рублей и за 4 года увеличился на 206 миллиардов рублей, прирост составил 74%. То есть здесь динамика тоже в области очень хорошая. Начисленная заработная плата по сравнению с 2010 годом выросла на 76% и увеличилась с 15,5 тысяч рублей до 27,5 тысяч рублей. Это третий показатель по динамике в Центральном федеральном округе и 11-й показатель в Российской Федерации. Уровень безработицы. Нам впервые в 2015 году удалось добиться стабильной ситуации на рынке труда и опустить уровень регистрированного безработицы до 0,8%. Это показатель на 1 декабря 2015 года. Ну, в принципе, у нас, я думаю, что он сохранится, это показатели по итогам в целом года. Хочу сказать, что мы впервые достигли показателя по ЦФО. У нас самые регионы с низкой безработицей – это Москва и Московская область. Соответственно, мы впервые достигли среднего показателя по ЦФО, а по России этот показатель по регистрированной безработице составляет 1,2%. Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2015 года составил почти 57 миллиардов рублей, 110% сопоставимых ценов в соответствующем периоду 2014 года, и по оценке в 2015 году должен составить почти 105 миллиардов рублей. За период с 2011 по 2014 год объем инвестиций в основной капитал составил 348 миллиардов рублей. По индексу роста инвестиций за 9 месяцев 2015 года Тульская область на 3-м месте в ЦФО и на 13-м месте в Российской Федерации. Наши основные крупные инвестиционные проекты, еще раз хотел их тоже обозначить, что за 4 года было реализовано 49 проектов на почти 92 миллиарда рублей и продолжается реализация еще 137 проектов на сумму 144 миллиарда рублей. Хочу заметить, что все проекты, которые были заявлены, все проекты реализуются, ни один из инвесторов не приостановил реализацию своих проектов. Ну, самые крупные обозначу, это завершение строительства энергоблоков Черепецкой ГРЭС, открытие нового производства аммиачной селитры на новомосковском заводе «Азот», новое строительство птицеводческого комплекса «Воловский бройлер», он еще тоже, так сказать, стартанул только в первую очередь, там, в развитии в этом и в следующем году вторая и третья очереди, строительство второй линии нетканного полотна «Волрос», строительство элеватора «Ничменя-Балтика». То есть
ну и еще большой набор менее объемных инвестиций. Малый и средний бизнес, что хотел сказать? Прежде всего, конечно, хотел обозначить о том, что в 2015 году мы приняли очень много совместно с депутатами Тульской областной думы, приняли очень много важных законов, которые должны оказать поддержку малому и среднему бизнесу, начиная уже с этого года. Вы знаете, что это и целый набор мер, ну, самые, наверное, может быть, такие известные и понятные, это установление налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, ну и так далее. Что было сделано? В 2015 году в рамках госпрограммы государственной поддержки получили поддержку 6400 субъектов малого и среднего предпринимательства, и по сравнению с 2011 годом количество получателей поддержки увеличилось более чем в 20 раз. В 2015 году в сфере малого и среднего предпринимательства создано 20 419 новых рабочих мест и оценочно еще 5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Это в соответствии с указом президента о том, что мы должны часть наших рабочих мест вывести на уровень высокопроизводительных. На 2016 год установлен план по созданию 20 111 новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства и 5000 высокопроизводительных рабочих мест. То есть общая задача по созданию 25 тысяч ежегодно новых рабочих мест, эта задача правительства Тульской области выполняется. Бюджет. Рост собственных доходов регионального бюджета за период с 2010 по 2014 года увеличился в 2,2 раза, с 23,2 миллиардов рублей до 49,9 миллиардов рублей. Рост собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 4 года, включая бюджеты муниципальных образований, обращаю на это внимание, очень не все пишут о бюджете, но кто пишет, тот разбирается, а те, кто не пишет, еще раз хочу обратить ваше внимание, увеличился на 85%, с 34,5 миллиардов рублей до 63,8 миллиардов рублей. Рост доли собственных средств в консолидированном бюджете в области увеличился с 71,4% до 84,5%. В связи с ростом собственных доходов бюджетов региона, благодаря эффективной работе, конечно, прежде всего, наших тульских предприятий и всех туликов, размер дотации из федерального бюджета сократился. Если в 2011 году он составлял 2,9 миллиарда рублей, то в 2015 году составил 1,9 миллиардов рублей. В целом за последние 4 года за счет уменьшения дотации федеральный бюджет получил экономию за счет эффективной работы тульских предприятий, получил экономию в размере 2,8 миллиарда рублей. Среди крупнейших налогоплательщиков предприятия химической отрасли региона, но могу на примере наших двух крупнейших предприятий химической отрасли привести пример. Если новомосковская компания «Азот» оценочно по итогам 2015 года заплатили в региональный бюджет 5,8 миллиардов рублей, Щекина на «Азот» заплатила всего 480 миллионов рублей. Но это связано с тем, что там идет массированная такая глубокая модернизация предприятия. Соответственно, у предприятия есть и налоговые, и валютные кредиты, соответственно, амортизация валютных кредитов, ну и рост девальвации тоже влияет на балансовую стоимость. Поэтому налога на прибыль у предприятия пока он невысокий, скажем так. Но мы уверены, что по завершению модернизации предприятие выйдет в лидеры и также тоже даст определенный прирост. Поэтому, когда мы говорим о перспективах поступления в региональный бюджет, мы в том числе рассчитываем на те перспективы, которые у нас связано с компанией «Щекино Азот». Так же, как, по примеру, с новомосковским «Азотом», который 4 года назад платил в 3 раза меньше. Но там тоже шла модернизация, и вот все те, тот план мероприятий, в том числе и региональной поддержки, которые были реализованы в отношении компании, сегодня позволили компании стать налогоплательщиком номер один. То есть новомосковский «Азот» обогнал по налоговым платежам региональный бюджет, компанию «Балтика». Государственный долг, долговая нагрузка, отношение, прежде всего, объема госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета области с 2010 по 2014 годы снизилось с 37 до 32%.
По данному показателю Тульская область поднялась с ЦФО с 7 места по итогам 2010 года на 4 по итогам 2014 года. И с 49 на 16 место по Российской Федерации. По итогам 2015 года мы еще пока не знаем, какие будут показатели по другим регионам, поэтому сравнить себя с другими регионами нам пока не представляется возможным. Но могу сказать, что, например, бюджет, собственные доходы регионального бюджета Тульской области сопоставимы с доходами бюджета Саратовской области. У нас с вами по итогам 2015 года 47,7 миллиарда рублей, то Саратовская область 49 миллиардов рублей. Ну, это для сравнения, соответственно, у нас с вами 1 513 000 жителей, а там почти 2,5 миллиона жителей. То есть это я еще раз хочу показать о том, что эффективность работы, она достигается, конечно, прежде всего, трудолюбием и добросовестностью самих жителей области. Так вот, улучшилась структура государственного долга, и на сегодня доля бюджетных кредитов в объеме, в сравнении с 2011 годом, увеличилась с 9% до почти 26%. По оперативным данным, в 2015 году налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета составили, как я уже сказал, 47,7 миллиарда рублей, или 99,9% к утвержденному бюджету. То есть, видите, выполнение очень, по доходам очень высокое. Изначально запланированный дефицит бюджета на 2015 год в размере 2,9 миллиарда составлял рублей. Однако эффективная работа органов государственной власти и рачительная политика при проведении государственных закупок позволили завершить год без дефицита и даже получить небольшой профицит. Профицит, ну, по оперативным данным составляет около 50 миллионов рублей. При этом государственный долг региона за истекший год не увеличился и остался на том же уровне, который был на 1 января 2015 года, в размере 15,9 миллиардов рублей. Муниципальный долг. Когда мы с вами говорим в целом о области, конечно, нужно говорить и о региональных возможностях, но и возможностях муниципалитета, потому что для жителей никакой разницы здесь, в общем-то, нет. По состоянию на 1 января 2011 года в структуре муниципального долга 10 муниципальных образований имели коммерческие кредиты в общей сумме 565,9 миллионов рублей без учета города-героя Тулы. Почему мы Тулу учитываем отдельно? Потому что Тула, так сказать, самая обеспеченная с точки зрения бюджетной обеспеченности у нас муниципальное образование, и у него большие возможности по возможности занимать деньги, возможности инвестировать, поэтому мы берем отдельно. В результате проведенных правительством Тульской области работы по замещению коммерческих кредитов бюджетными кредитами количество муниципальных образований, имеющих коммерческие кредиты, на 1 января 2016 года уменьшилось до 5, а общая сумма коммерческих заимствований составила 418 миллионов рублей, то есть она снизилась, не увеличилась, а снизилась. Таким образом, объем коммерческих кредитов в структуре муниципального долга уменьшился на 150 миллионов рублей, то есть на 26%. В то же время улучшилась структура муниципального долга. Долг бюджетных кредитов вырос с 31% до 52%, что, соответственно, позволяет нашим муниципалитетам экономить средства при обслуживании долга. Значит, вообще по итогам 2015 года у нас все муниципальные образования, за исключением города-героя Тулы, закончили без дефицита. Дефицит есть только у города-героя Тулы. Ну, я думаю, что он составляет около 570 миллионов рублей, но я думаю, что они проведут свой брифинг и тоже доложат отдельно, потому что город у нас составляет, в общем-то, и по численности населения, и по вкладу половину области. Кадровая политика. Число гражданских служащих в органах исполнительной власти Тульской области сократилось на 40%, с 1289 в 2010 году до 780 в 2015 году. Коэффициент численности государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти области на 1000 человек населения области уменьшился с 0,82 в 2010 году до 0,52 по итогам 9 месяцев
2015 года. Это самый низкий показатель среди всех субъектов Российской Федерации. Общая численность сотрудников органов исполнительной власти региона сократилась на 26%. Вы, коллеги, вы пришли на брифинг? Тогда вы послушайте, если не интересно, я, пожалуйста, вы можете там выйти и обсудить что-то. Общая численность сократилась на 26%. С 1478 человек до 1092. Очень часто говорят о том, что есть там подснежники и так далее. Значит, общая численность работников в бюджетной сфере у нас уменьшилась на 2000 человек. То есть никаких, это с учетом того, что, так сказать, были проведены ряд оргштатных мероприятий по укрупнению, ну, то есть создана, например, централизованная бухгалтерия, которая обслуживает у нас практически все министерства и ведомства. И это включает в том числе и созданные, то есть это, я сказал, уже баланс. То есть здесь это учитывает и вновь созданные учреждения, ну, такие, например, как МФЦ, многофункциональный центр, там 4 года назад не было таких учреждений, оно создано, это учреждение. Вот. И общий баланс людей, которые получают заработную плату из бюджета Тульской области, уменьшился на 2000 человек. При этом эта численность не коснулась людей, которые оказывают непосредственно услуги жителям. То есть это врачи, учителей, работников социальных служб. Это не коснулось. Касалось только административно-технического персонала. То есть не касалось специализированных профессий. Укомплектованность кадрами государственной гражданской службы составила 99,7%. Это самый высокий показатель в ЦФУ и второй в Российской Федерации. Средний возраст сотрудников органов исполнительной власти региона снизился с 44 до 38 лет. При этом хочу сказать, что каждое десятилетие у нас представлено в правительстве равномерно, то есть от 20 до 30 20%, от 30 до 40 20%, от 40 до 50 20%, и, соответственно, от 50 до 60 20%. То есть есть совершенно нормальная, так сказать, совершенно нормальная динамика по возрасту и квалификации. Территориальное устройство. В результате укрупнения муниципальных образований их число сократилось со 160 до 103. В результате проведенных организационно-штатных мероприятий сократилась численность муниципальных служащих Тульской области на 47%, с 3895 в 2010 году до 2062 по итогам 9 месяцев 2015 года. Коэффициент численности муниципальных служащих в администрациях муниципальных образований, включая сельские, на 1000 человек населения области уменьшился с 2,5 в 2010 году до 1,36 по итогам 9 месяцев 2015 года. Но этот же коэффициент будет, скорее всего, и по итогам, в целом, по итогам года. Увеличилась укомплектованность кадрами в органах местного самоуправления с 94,9% в 2011 году до 98,2% по итогам 9 месяцев 2015 года. В среднем по ЦФУ этот показатель составляет 95%, по Российской Федерации 96%. То есть мы здесь тоже в ЦФУ занимаем по комплектованности первое место. По оперативным данным, на 31 декабря 2015 года комплектованность администрации муниципальных образований Тульской области муниципальными служащими составила 98,8%. Средняя заработная плата муниципальных служащих в Тульской области увеличилась с 21 400 рублей в 2010 году до 35 155 рублей по итогам 9 месяцев 2015 года. По итогам анализа реализации государственных программ с 2011 года из бюджета Тульской области муниципальным образованием выделены дотации в размере 8 миллиардов рублей, а также субсидии в размере 24 миллиардов рублей. При этом, если размер субсидий в 2011 году составлял 2 миллиарда 300 миллионов рублей, уже в 2015 году более 5 миллиардов рублей. То есть за счет средств регионального и федерального бюджетов наше муниципальное образование за 4 года, то есть динамика субсидий, получения субсидий и дотации увеличилась в 2 раза. То есть возможности появляются больше. Что, кстати, привело к снижению коммерческого долга и к неувеличению в целом муниципального долга. Государственные услуги.
На сегодняшний день государственные услуги можно получить через сайт госуслуги 71. Жителям доступны через сайт 149 региональных и муниципальных услуг, федеральных, региональных и муниципальных услуг. По предварительным данным Росстата, в 2015 году 40% жителей получают госуслуги в электронном виде. По всему региону открыто 34 многофункциональных центра и 109 удаленных рабочих мест. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг, составила 99,6%. Через МФЦ на сегодня оказывается более 180 услуг. Здесь вот я обращаю ваше внимание. То есть в электронном виде пока 149, через МФЦ более 180 услуг. Но есть муниципальное образование, как вот, например, Новомосковск, который мы вчера открывали МФЦ, там до 250 услуг оказывается. Это зависит в том числе от активности глав муниципальных образований. То, что они считают нужным передать полномочия в МФЦ, соответственно, жители имеют возможность получать и больше. Всего за 2015 год жителями оказано 2,3 миллиона услуг. Демография. Удельный вес пенсионеров в области самый высокий в стране, составляет 30%. И по итогам 2015 года в регионе зафиксирован лучший за 25 лет показатель рождаемости. По предварительным данным Тула-Стата, в 2015 году родилось 15 814 малышей. В 2011 году было 14 616, в 2014 – 15 172 ребенка. Сокращается смертность. Если в 2010 году в регионе умерло 30 049 человек, то в 2015 году 25 835 человек. По сравнению с 2010 годом наилучшие показатели уменьшения смертности на 37% удалось достичь по болезням кровообращения. Это был один из онкологии, кровообращения, одни из самых крупных болезней, которые давали высокую смертность. Но хочу напомнить, что задача по выходу на безубыточное, что называется, то есть на прирост населения, задача, которая стоит перед правительством, задача до 2030 года. В целом с этой задачей правительство справляется даже несколько опережающими темпами. Дополнительную информацию мы вам предоставим. Но если взять с учетом переселения наших соотечественников из-за рубежа, то в 2015 году убыль населения у нас будет около нуля. То есть мы почти 10 тысяч человек переселили в прошлом году из наших соотечественников. То есть, но задача, которая стоит перед правительством, это выход на прирост населения за счет рождения и уменьшения смертности. Это задача, которая стоит, в общем-то, она политическая, которая стоит перед руководством области. Жилье. В 2011 году было введено 262 тысячи квадратных метров жилья. В 2014 году 580 тысяч квадратных метров жилья. В 2015 году, значит, по предварительным данным, введено 754 тысячи квадратных метров жилья. Это является рекордом за последние 27 лет. Я хочу, чтобы вам показали табличку. Поставьте, пожалуйста, табличку. Есть она у вас? Вот смотрите, коллеги, это вот сравнение области с послевоенным периодом до сегодняшнего времени. Самый высокий темп строительства у нас был в 1959 году, когда было построено 1,088,000 квадратных метров жилья. Ну, это так называемые хрущевские времена. Вы помните, это строительство пятиэтажек, строили достаточно быстро. Вот. Что могу сказать? Могу сказать, что, конечно, показатель 754 тысячи, то есть мы с вами сейчас, это, скажем так, показатель 86, 87, 88 годов. Это вот пик после брежневского строительства, фактически в 75-м еще было 777. То есть здесь, конечно, наша с вами совместная эффективная работа, работа всех строителей. Могу сказать, что это в том числе результаты, которые дали правильной работы по предоставлению ипотечных кредитов. И это, конечно, результаты
той работы, которую мы делаем по переселению граждан из аварийного жилья. Потому что строим мы по аварийке, знаете, достаточно много. Напомню, что до 1 сентября в исполнении указа президента номер 600, до 1 сентября 2017 года мы должны расселить 321 тысячу квадратных метров аварийного жилья и переселить 16 600 человек. На 1 января 2016 года мы переселили 6 300 человек и расселено 113 тысяч квадратных метров жилья. В строительстве, в разных стадиях строительства находится еще 105 тысяч квадратных метров жилья. Еще 100 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас вот мы утвердили, фонд утвердил нам заявку на 16-17 годы. В ближайшее время будет разыграно на аукционах, и оставшиеся 100 тысяч тоже мы начнем, приступим к строительству. По объемам переселения Тульская область занимает первое место в Центральном федеральном округе и седьмое место в Российской Федерации. Мы здесь несколько по темпу, мы бы могли показатели 800 тысяч жилья в этом году, в принципе, вести. Но подвели нас строители, в том числе компания СУ-155, известная компания «Голуба», ну и еще несколько строителей, которые ведут строительство в рамках переселения из аварийного жилья. Но, в принципе, все эти проекты находятся на контроле правительства Тульской области, все они должны быть завершены и реализованы. Здравоохранение. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения увеличилась с 27 врачей на 10 тысяч человек в 2012 году до 28,5 в 2015 году. То есть здесь нам удалось, наконец, динамику по сокращению все-таки перевести в динамику на прирост. И задача, которая стоит, это выйти до 2018 года в исполнении указов президента показатель 30 врачей на 10 тысяч жителей. И, в принципе, уже вот дальше проанализировать, как будут оказываться медицинские услуги, и дальше посмотреть, нужно будет нам наращивать или не нужно будет наращивать дополнительный медицинский персонал. Потому что есть регионы, которые сокращают численность врачей. Это связано в том числе с выполнениями задач по повышению заработной платы. По программе «Земский доктор» в 2013 году привлечено 36 врачей, в 2014 – 39, в 2015 году – 51 врача. По программе «Земский фельдшер» привлечено на работу на селе 22 фельдшера. В 2014-2015 годах в целях привлечения специалистов были приобретены 4 квартиры в Богородицке, 6 в Веневе, 1 в Черни, 3 в Донском. Но остановлюсь на заработной плате в здравоохранении. Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское фармацевтическое образование, в 2015 году составила 42 400 рублей или 170% к показателям 2011 года. У вас в раздаточном материале более детальная информация, вы сможете ознакомиться с ней более детально. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, доля снижается. И за 3,5 года численность детей данной категории в области сократилась на 20%. В регионе 4323 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В замещающих семьях воспитывается 80% детей-сирот, в том числе в опекунских семьях 2476 детей, в приемных семьях 987 приемных детей, и в Государственном банке данных о детишках у нас сегодня размещена информация о 851 ребенке. Обеспечение детей-сирот жильем. В 2011-2012 годах было приобретено 99 квартир, в 2013-2014 годах 543. И за 2015-2016 годы 600 квартир, 109 из которых приобретены в 2015 году, оставшиеся будут приобретены в 2016 году. Ремонт дорог. За 4 года отремонтировано 977 километров региональных и 579 километров местных дорог. Ну, если сравнить в 2011 году, у нас был 0. На 2015 год, соответственно, отремонтировано 292 километра региональных и 100 километров муниципальных дорог. На 2016 год планы вы знаете все. Соответственно, у нас объем ремонта дорог, на которые мы должны выйти, это 600 километров в год. Региональных, местных и федеральных. Мы, соответственно, с этой задачей справляемся. Сельское хозяйство. Посевная площадь в 2011 году
составила 745 тысяч гектаров, в 2015 году 780 тысяч гектаров. Это максимальный объем посевной площади за последние 10 лет. В 2016 году мы увеличиваем посевную площадь до 849 тысяч гектаров, то есть увеличение идет на 70 тысяч гектаров. А в 2017 году задача стоит увеличение до 900 тысяч гектаров. За три года введено в оборот 120 тысяч гектаров сельхозземель. Ну и могу привести пример, что вы знаете, что был Россельхозбанк, в рамках конкурсных процедур проводилась продажа земельных участков сельхозназначения. И крупные инвесторы, компания «Мираторг» и компания «Авангард Агро», очень активно у нас приобретают землю. Так вот, цена земли при старте с 9 тысяч рублей за гектар выросла до 30,5 тысяч за гектар. То есть, действительно, вот, тульская земля начала цениться, и это очень хорошо. Это дает возможность нашим аграриям иметь и залоговую базу нормальную, и, соответственно, развиваться дальше. Производство картофеля. В 2015 году получен рекордный урожай за последние 20 лет. 1 000 000 тонн картофеля мы с вами собрали. По данному показателю, Тульская область на третьем месте в ЦФО и по темпам прироста на первом месте. Производство яиц. Ожидаемый объем производства в 2015 году порядка 320 миллионов штук. Зерновые. Здесь у нас очень понятная, четкая динамика. Если в 2011 году было собрано 953 тысячи тонн, в 2012 году 1 200 000 тонн, в 2013 миллион 300, в 2014-2015 годах мы с вами собрали более 1,5 миллиона тонн. Ну, в 2015 году собрали 1 550 000 тонн зерновых. К сожалению, вы помните, мы потеряли почти 150 тысяч тонн на зимах, потому что зима была у нас непростая, и много пришлось пересеять. Но на текущий год задача, которая есть, это задача выйти на 1 700 000 и дальше задача выйти на 2 миллиона тонн. Производство молока впервые за последние 15 лет у нас отмечена тенденция к росту. И я думаю, что мы эту тенденцию будем поддерживать. И прирост у нас составил 105%. Думаю, что дальше мы эту динамику сможем и сохранить. Индекс производства продукции сельхозхозяйства за январь-октябрь 2015 года в Тульской области составил 111%. Здесь мы тоже сравним себя с Российской Федерацией, по России рост 103%. То есть здесь мы, в принципе, не сельхозрегион, ну или, скажем, регион с непростым ведением сельского хозяйства, мы показываем хорошую динамику. Ну и могу сказать, что те хозяйства, которые заходят, они идут, вот, в общем-то, там, еще даже по Столыпинской реформе, когда Тульская область, да, была там, областью, там, которая по Столыпинской реформе была область для разведения крупного рогатого скота, в том числе Мираторг, Авангард Агро, это как раз будут реализовывать именно этого рода проекты. Модернизация в образовании. За 5 лет на развитие общего образования направлено 1,5 миллиарда рублей. В том числе 1 миллиард рублей – это средства федерального бюджета, и 500 миллионов рублей – это средства регионального бюджета. Данные вложения позволили провести капитальные ремонты 153 зданий общеобразовательных учреждений, улучшить инфраструктуру 500 школ и закупить 678 учебных кабинетов, 15 тысяч единиц учебного лабораторного оборудования, 11 тысяч единиц компьютерной техники. Сократилась численность детей, обучающихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях. Если в 2012 году у нас было 5,5%, то в этом году у нас меньше 2%. У нас вторая смена осталась лишь в 19 школах, в 2014 и 2015 годах была в 38 школах. Но мы прекрасно видим, что рождаемость у нас с вами растет, и необходимость строительства новых школ, это тоже вопрос уже ближайшего будущего. На текущий и последующий, на 2016-2017 год, в рамках федеральной программы мы планируем построить профильное образовательное учреждение на 1200 мест. Посмотрим, как это будет реализовываться, и дальше будем реализовывать эту программу в более широком масштабе. Заработная плата работников образования в 2015 году составила, в
дошкольных образовательных организациях 23 578 рублей или 261% к показателям 2011 года. Вот представьте, да, в 2011 году заработная плата наших работников дошкольных образовательных учреждений была 8,5 тысяч рублей, ну 8,5-9, средняя. В организациях общего образования 26 392 рубля или 189% к показателям 2011 года. В организациях дополнительного образования 22 641 рубль или 241% к показателям 2011 года. В учреждениях начального и среднего профессионального образования 25 807 рублей или 224% к показателям 2011 года. А задача, которую я поставил перед правительством, и несмотря на там, сложные, непростые экономические времена, мы и с учетом того, что с 1 января 2016 года пересчет средней заработной платы по экономике региона будет, методика изменилась, и, соответственно, средняя заработная плата сейчас будет считаться с учетом индивидуальных предпринимателей, мы ожидаем ее снижения, ну, я имею в виду расчетные. Но несмотря на то, что будет происходить расчетное снижение заработной платы по экономике, мы снижать заработную плату в наших образовательных, медицинских и социальных учреждениях не будем. И как база у нас стоит 26 400 рублей на текущий год. Исходя из этого, соответственно, будет заработная плата исчисляться уже по определенным категориям. Детские сады. На реализацию комплекса мер по развитию дошкольного образования за прошедшие три года направлено 1,7 миллиарда рублей, что позволило создать 11 107 дополнительных мест для дошколят. За четыре года построено 6, выкуплено 4 здания детских садиков. Под детсады перепрофилировано 7 зданий. После капремонта открыто 6 недействующих ранее детских садов. В настоящее время ведется строительство двух дошкольных образовательных учреждений в Туле. И одно из учреждений мы планируем начать реконструкцию в Донском. Там у нас заброшенное здание детского сада. Там идет большое строительство по переселению по 185-му. Поэтому планируем, те журналисты, которые работают в Туле, ездят, они это здание много раз видели. Мы планируем в этом году тоже это здание начать реконструировать. Указ президента по обеспечению местами в детских садах детей от 3 до 7 лет выполнен полностью. Ну вот за рождественские каникулы 6 детишек у нас, что называется, старше 3 лет появилось, поэтому будем решать и этот вопрос. Ведется работа по обеспечению местами в ясельных группах, но в очереди в целом у нас находится 2133 ребенка. Но хочу сказать, что в большей степени это очередь такая, что называется, на ожидание. Там не все родители готовы в ясли отдавать детей, но чтобы детишки уже стояли в очередь на 3 года, записывают, что называется, пораньше. Задача, которая поставлена перед правительством области, это сейчас, соответственно, обеспечить местами в детских дошкольных учреждениях ребятишек от 2,5 до 7 лет. То есть 2,5 года – это тот возраст, чаще всего, когда родители уже готовы своих детей отдавать. Переселенцы из Украины. В регионе находится 12 865 граждан Украины, в том числе 3297 детей. Из них 23 человека с ограниченными возможностями. В 25 местах, пунктах временного размещения размещены 1939 человек, трудоустроено 5095 человек. Культура. Средняя заработная плата работников отрасли с 2011 года возросла более чем в 2 раза и в 2015 году составила 21 756 рублей. В 2012 году завершено строительство нового здания Тульского государственного музея оружия, возведение которого началось еще в 2000 году, а 23 февраля 2015 года открыта постоянная экспозиция нового музея оружия. Хочу сказать, что решением министра культуры Владимира Станиславовича Медынского контракт с Калугиной продлен на 3 года и выделено еще 200 миллионов рублей на завершение всей экспозиции. Потому что пока экспозиция у нас постоянно была на 2 этажах, соответственно, она будет полностью на всех этажах. Будет создан
зал героев, ну, полностью восстановлена, сделана вся экспозиция. Ну, могу сказать, что музей оружия у нас занимает первое место среди учреждений культуры в Российской Федерации, а посетило его в 2015 году 400 тысяч человек. То есть это, и причем показатель имеет, возможности роста у нас еще имеются. После капитального ремонта открыт Тульский цирк. Значит, там работа еще, в общем-то, продолжается. Самая основная, наверное, работа — это то, чтобы, так сказать, наладить нормальное функционирование именно продажи билетов. Ну, я думаю, что с этой задачей руководство цирка справится. Там никаких таких нерешаемых проблем нет. В селе Мховой близ Красного холма завершено строительство нового музейно-выставочного комплекса поля Куликовской битвы. В 13-15 годах проведена комплексная реставрация стен и башен Тульского Кремля, торговых рядов, выполнено благоустройство территории ансамбля Кремля, воссоздана колокольня Успенского собора. Продолжается реставрация Успенского собора, где в 2016 году закончится восстановление живописи. Завершены основные работы по реконструкции зданий бывших электроподстанций. В ближайшее время они будут введены в эксплуатацию, а 9 мая 2016 года здесь будет открыт музейно-выставочный комплекс со всеми экспозициями. То есть здания будут эксплуатироваться уже в ближайшее время, а музейно-выставочный комплекс, соответственно, начнет функционирование в мае 2016 года. Отреставрированное здание Дворянского собрания и областной филармонии. Ведется реставрация исторических зданий в центре Тури по улице Металлистов. После 30-летнего перерыва открылся Тульский областной краеведческий музей. В Епифании завершается комплексная реставрация Никольского собора, выполнена реставрация храма, галереи, ведется реставрация башни и ограды и дома священника. Тоже все работы в этом году по Епифанскому собору они будут завершены. В исполнении инициатив президента России по развитию малых городов и поселений начата работа по благоустройству парка Богородицкого дворца-музея, благоустроен Бунинский парк в Ефремове с новым монументом писателю, Белев включен в федеральный перечень исторических поселений и началась активная работа по восстановлению монастырских храмов. В село Себино открыт музей Матроны Себинской и Московской, на территории создан мемориал. В Дубне построен новый дом для переселения жильцов из усадьбы купца Масолова, что даст возможность уже в этом году приступить к реставрации этого усадебного комплекса, который будет одной из точек роста для Дубинского района. Думаю, что жителей мы переселим из этого дома в конце, ну, наверное, в первых числах февраля. После реставрации открыт музей в родовом имении Тургенева в Чернском районе, где в рамках федеральной программы подготовки к 200-летию писателя началась реставрация Веденского храма. В год российского кино все муниципальные образования получат современные 3D-кинотеатры. То есть полностью у нас эта программа, с вами мы ее начинали одними из первых. Она, хочу сказать, что в целом она вышла на окупаемость у нас по содержанию наших 3D-кинозалов. И принято решение в этом году все муниципальные образования обеспечить. Ежегодно растет посещаемость региональных музеев. Если в 2012 году музей посетило 415 тысяч человек, то в 2015 году более 1 миллиона человек. То есть рост составил 243%. Ну, лидером среди федеральных музеев стал Тульский государственный музей оружия, который посетил более 400 тысяч человек. В этом году мы в том числе начинаем создание нового рекреационного музейно-рекреационного пространства в Ясной Поляне. Деньги выделены, и тоже мы начинаем создание реализацию большой работы. Военно-патриотическое воспитание. В 2015 году Тульская область заняла первое место по результатам конкурса, проводимого Министерством обороны России среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе. Организацию и проведение призыва на военную службу в 2014 году. Оценивалась в том числе работа по патриотическому воспитанию. В целях сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в регионе восстанавливаются памятники, мемориалы и создаются новые. Вновь зажжен вечный огонь в поселке Первомайском. В Кремлевском сквере установлен памятник сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательных групп и участникам обороны Тулы осенью, зимой 1941 года. Зажжен вечный огонь.
Вечные огни зажжены на капитально отремонтированных мемориалах «Курган бессмертия» в Киреевском районе и мемориале в Белеве. 7 декабря 2015 года в городе Герои Туле зажжен вечный огонь на новом мемориальном комплексе «Защитникам неба Отечества». Стартовал военно-патриотический проект «Живи и помни», в рамках которого создается книга памяти о всех туликах, принимавших участие в битве с врагом и, соответственно, тружениках тыла. Итогом станет размещение мультимедийной экспозиции «Живи и помни» в стилобатной части мемориального комплекса. Мы тоже планируем к 9 мая 2016 года эту работу выполнить. Спортивные объекты. С 2010 года открыто 12 ФОКов, в том числе одна ледовая арена. 7 бассейнов, 4 в Туле, 2 после реконструкции, 2 новых. 3 в районах, это Липки, Донской, Узловая. Построены 2 полноформатных футбольных поля, 121 плоскостное спортивное сооружение, в том числе 52 современные универсальные спортивные площадки, 44 мини-стадиона, 25 площадок для силовых тренировок. Завершено строительство 21 мини-стадиона для школ области, еще 24 будут построены в 2016 году. 24 декабря 2015 года решением правительства Российской Федерации Тульская область заняла первое место среди субъектов Российской Федерации, достигших наилучших показателей по социально-экономическому развитию территории по итогам 2014 года. Ну так, практика такая, что правительство подводит итоги за предыдущий год в конце следующего. Соответственно, мы получили самый большой грант, он составил 361 миллион рублей. Теперь я, наверное, коснусь основных задач, которые стоят в целом перед правительством области, перед регионом. Я постарался сделать их немного, их всего 7, таких вот, ну, наиболее крупных. Но прежде всего, в 2018 году обеспечить рост регионального продукта до 500 миллиардов рублей и долю в нем инвестиций 27%, это 135 миллиардов рублей. 2021 году удвоит занятость в малом и среднем бизнесе, ежегодно создавая в среднем по 25 тысяч новых рабочих мест, из которых около 20 тысяч рабочих мест – это на предприятиях малого и среднего бизнеса. Третье. К 2021 году увеличить посевную площадь до 1 миллиона гектаров и в 2018 году обеспечить воловой сбор зерна 2 миллиона тонн. Четвертое. До 1 сентября 2017 года выполнить указ президента номер 600, расселить 321 тысячу квадратных метров аварийного жилья, переселить 16 600 человек. Пятое. До 2018 года привести в порядок основную сеть дорог Тульской области, ежегодно в среднем обеспечивая ремонт 600 километров региональных и муниципальных дорог. Шестое. К 2030 году обеспечить превышение показателя рождаемости над смертностью и обеспечить естественный прирост населения без учета переселения соотечественников из-за рубежа. Седьмое. В 2018 году обеспечить жильем всех детей-сирот, которые на данный момент ожидают своей очереди на получение квартир. Это еще 1400 человек. Это основные задачи, которые стоят перед правительством области на ближайшие годы. И, соответственно, основные показатели социально-экономического развития, которые были достигнуты туликами благодаря их самоотверженному, можно сказать, героическому труду. Готов ответить. Мы с Юрием Михайловичем готовы ответить на ваши вопросы, пожалуйста. Итак, да, коллеги, пожалуйста, вопросы. Первый тульский. Здравствуйте еще раз. Первый тульский, Евгения Пряшникова. У меня такой вопрос. После такого объемного доклада, много, конечно, цифр, но мы все, в принципе, Каждый день освещаем. Вы нам раздали подсказки, спасибо большое. Но я хотела бы сказать вот о чем. Мы, как журналисты, привыкли к вашему такому общению с нами открытому. Нам очень нравится эта пресс-конференция, это прямые линии. Привыкли к общению с населением. Но сегодня вот выбран такой формат, как брифинг в узком таком кругу. Вот с чем связан именно такой формат? Почему не подвели итоги социального развития, экономического развития, может быть, более обширный? Или так? Ну, как-то, я не знаю, конкретнее, что ли, выглядит, мы все равно, конечно, донесем до населения. Но почему именно такой формат брифинга? Ну, мне кажется, форматы должны меняться, ничего не должно быть, что называется, застойного. Все время что-то должно появляться новое. Потом, ну, много у нас, если вы обратили внимание, в конце года
наши министры, они отвечали очень много по своим направлениям. Да, и что касается открытости, мы считаем, что открытость власти по выполнению тех функций, которые есть, она должна быть максимальной. Ну, у нас журналистский корпус очень такой, вот мы еще сегодня, видите, брифинг проводим в день российской, так сказать, прессы, да, то есть это так еще, вот что называется, да, не просто так это совпало. Вот, я просто посчитал нужным, что с учетом того, что все министерства подвели итоги своей работы, соответственно, чтобы суммировать и, что называется, озвучить общие результаты, ну и, наверное, ответить на те вопросы, которые есть. Ну, просто очень часто и много у нас, знаете, цифр, как-то сказать, иногда преподносится в какой-то такой, знаете, в легкой манере. Мне кажется, что когда мы с вами говорим о цифрах и о конкретике, да, и о результатах, то здесь профессионализм журналиста, он как раз заключается в том, что донести ее эту информацию так, как она есть, правдиво, объективно, и очень важно, чтобы, так сказать, вот не было, что называется, путаницы. Это первое. И второе. Знаете, когда вот одним из, в том числе, побудительных мотивов стало то, что впервые Тульская область заняла первое место по итогам социально-экономического развития. То есть мы входили в двадцатку, попадали, но первое место мы заняли впервые. Поэтому мне кажется, очень важно поблагодарить жителей области за тот труд, который они сделали. Потому что это же делается не нами, не чиновниками, да, то есть наш функционал, он очень простой, то есть мы стараемся те доходы, которые перечисляют, те налоги, которые жители перечисляют в бюджет, эти налоги потратить максимально эффективно, с высоким уровнем эффективности этих вложений. Но все, что создано, это создано, конечно, жителями. И очень важно, чтобы тоже вы, зная вот эту всю информацию, тоже ее объективно доносили. Ну и, наверное, вот в такие непростые экономические времена задают вопрос, как вот нам удается, в принципе, динамику эту достичь, во-первых, и сохранить эту динамику. Ведь многие же падают. Мы тоже, кстати, по доходам частично упали в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Этому тоже есть объяснение. Но динамика у нас остается положительной. Многие говорят, гособоронзаказ вырос. Да, действительно, он вырос. Но вклад наших оборонно-промышленных предприятий составляет менее 20%. То есть около 15%. Вот. А я обратил ваше внимание на то, что вот такая, знаете, стратегическая работа по поддержке наших предприятий. Мы очень многопрофильная отрасль. У нас нету одного большого предприятия, скажем, как в Липецкой области, которое обеспечит поступление 50% доходов. У нас по-другому, мы диверсифицированы. Но когда Щекино Азот оказалась в непростой ситуации, потому что номенклатуру товаров, которую она выпускает, цена снизилась, предприятие было не модернизировано, находилось в таком малоэффективном состоянии, то правительство области поддержало собственников, руководство Щекино Азот и оказало им всю необходимую поддержку для того, чтобы предприятие начало проводить модернизацию. И благодаря вот этой модернизации мы в будущем, как область, будем получать дополнительные доходы. Так как я привел пример с Новомосковским Азотом. То есть ту модернизацию, которую мы начали 4 года, которую сделали, там же за 4 года было введено более 6 новых производств. Представляете, новых 6 производств. 25 лет, вот вы же были со мной, вы же видели, 25 лет стояла старая инфраструктура, которую никак не могли приватизировать и уничтожить. Да, она уже не годилась ни на что. Вот, да, 3 года назад мы все-таки помогли предприятию эту инфраструктуру выкупить у Российской Федерации. Эта инфраструктура была старая, изношенная, вся убрана, появились новые площадки, на новых площадках были созданы новые производства. И объем поступления в бюджет вырос с 2 миллиардов до почти 6 миллиардов рублей. Вот результат. И таких результатов то же самое по сельскому хозяйству. Точно такая же работа идет в нашей дорожной отрасли. Потому что те деньги, которые мы тратим на ремонт дорог, выполняет его наше государственное бюджетное учреждение. Это государственное бюджетное учреждение закупает практически всю номенклатуру инертных материалов на территории Тульской области.
работники все, это жители Тульской области. То есть это вот те доходы, которые мы оставляем здесь, в области, которые нам дают дополнительный прирост. Вот, поэтому в целом это вот такой новый формат, мы обязательно будем этот формат реализовывать. Ну и вообще, если вы посмотрите, то проведение брифингов – это совершенно нормальная ситуация. Ну, чтобы просто журналисты получали правдивую информацию из первых уст. Поэтому, соответственно, брифинги прошли со всеми министрами, сейчас председатель правительства и губернатор. Да, коллеги, пожалуйста, аргументы и факты. Добрый день, здравствуйте, Анастасия, Тульская пресса. Владимир Сергеевич, в ходе вашего доклада вы сказали, что с 2010 года в нашем регионе было открыто 7 бассейнов. Скажите, будет ли эта практика продолжена в дальнейшем, практика открытия и строительства бассейнов? По плаванию вы занимаетесь, да? Я на самом деле умею. Ну вот, может, поэтому и не уметь, что бассейнов много. Да, будет, но мы все наши спортивные сооружения, это мы будем создавать и строить дальше. Еще два бассейна у нас откроются в 2016 году. Один из них в Щекино, это по программе «Газпром детям ФОК» готов. Мы должны были его вот открыть на этой неделе, но, к сожалению, вот я вчера с Николаевичем Воробьем говорил, там, к сожалению, там была затяжка по документам, по передаче, а потом произошла небольшая авария, и там надо сейчас сюда устранить. И второй, соответственно, тоже большой ФОК, который мы планируем все объединить, сделать в единое учреждение, это в Веневе. Там тоже два бассейна, ну так же, как и в Щекино. То есть большой полноценный бассейн и, соответственно, бассейн для детей. И еще спортивные залы. То есть вообще программа по строительству ФОКов – это программа, которую мы будем реализовывать и дальше. И на программу 16-20 мы заявились на 25 новых спортивных сооружений. Вообще задача, конечно, обеспечить доступность спортивными сооружениями жителей области – ну, как минимум до 50%. Пока у нас около 25%. Но если вы посмотрите в целом на инфраструктуру, доступную, скажем, уличную, то мы ее существенно расширили за счет строительства новых площадок, мини-стадионов, развития наших парков, не только в Туле, кстати, но и во всех муниципальных образованиях. То есть мы везде стараемся и силовые ставить комплексы и создание таких больших площадок. Да, коллеги, пожалуйста. София. Здравствуйте, София Гафарова, ГТРК Тула. Каждый год в регионе у нас реализуются масштабные проекты, будь то развитие Кремля, либо открытие новых производств. Владимир Сергеевич, что вы назвали знаковым или знаковым объектом, приоритетом этого года? И еще один вопрос, можно? Да, конечно. И следующий вопрос. Какова будет экономическая политика, как вы сказали, в непростое время, и удастся ли нам удержать лидерство по социально-экономическому развитию? Спасибо. Ну, мне кажется, это все зависит от нас с вами, да, в том числе. И самое главное, наверное, это изменение настроения людей, чтобы поменьше, что называется, там, сверяли часы со стоимостью рубля и доллара, там, и со стоимостью барреля нефти, да, то у нас все уже начали считать эти вещи. Но честно скажу, что, конечно, задачи непростые по сохранению динамики, но если вы посмотрите на те задачи, которые я озвучил, в принципе, все выполнимо. Даже по вот, строительству жилья. То есть мы понимаем, что 2015 год он стал в постсоветский период рекордным, там 750 тысяч метров. Мы понимаем, что в 2016 году будет показатель ниже, но он будет точно не ниже показателей 2014 года. Точно не ниже. То есть, в принципе, это тот показатель, который даст нам возможность обеспечивать жителей области новым современным жильем, с одной стороны, и спокойно развиваться в нашей строительной отрасли. По сельскому хозяйству аналогичная ситуация. Модернизация наших всех промышленных предприятий тоже идет. И мы каждый год ожидаем поступления дополнительных налогов и увеличения объема производства. Ну и наше оборонно-промышленное предприятие, там тоже есть рост оборонно-промышленного заказа. В целом по предприятиям в этом году рост составляет 25%. Ну, усредненно, если мы посмотрим, около 25%.
То есть ну, и наши предприятия сегодня уже работают на, скажем так, пределе своих мощностей. И хочу сказать, что так вот, если посмотреть, вот, ну, флагман, конструкторское бюро приборостроения, то есть когда мы 4 года назад также начали проводить модернизацию, вот благодаря проведенной модернизации сегодня предприятие увеличило свою загрузку там, более чем на 70% за эти годы. Это тоже вопрос модернизации. Важно, чтобы дальше мы сохранили. Вот очень важно, чтобы не было после роста, не было спада. Поэтому очень важно, чтобы все наши предприятия имели замещающую продукцию. Вот когда мы говорим, в чем плюс наших оборонно-промышленных предприятий, в чем плюс роста гособоронзаказа. Основная задача то, что наши предприятия начали работать внутри по кооперации. Если раньше панцирь производился там, условно говоря, там, на 40% на территории, разработка наша, а производство было на 40%, ну, от конечной стоимости продукции, то сегодня увеличивалось до 70%. То есть кооперация уж остается в Тульской области. И развивается не только КБП, но развиваются и другие. Ну, в частности, мы были с вами там, на снаряжающем производстве, в том же Славном, да, где создаются дополнительные новые рабочие места. Вот это основная задача. И чтобы у наших предприятий была загрузка не только по гособоронзаказу, но чтобы загрузка была и по гражданскому производству. Это вот тоже вот очень важный момент. Вот, ну, а если говорить о каких-то таких ярких знаковых событиях, ну, конечно, яркие события – это, конечно, завершение реконструкции всего Тульского Кремля, потому что создание туда мы перевозим новые музеи, и наконец мы сможем туликам показать те запасники, которые у нас есть, которые не всегда жители даже могли видеть. Это создание новой экспозиции, завершение, ввод в эксплуатацию музея Куликова, поле, ну и я уже говорил, по Ясной Поляне, это начало строительства музейно-рекреационного пространства. Почти 1 миллиард рублей выделено денег из федерального бюджета, и это будет действительно такой большой, тоже большой, яркий проект. Но не могу не сказать, что в этом году мы должны завершить реконструкцию Богородицкого парка, и в рамках реализации региональной муниципальной программы мы все-таки должны приступить к очистке прудов и созданию такой зоны отдыха. Причем зоны отдыха не только для богорочан, а вообще, в принципе, для всех жителей Тульской области. Чтобы можно было приехать, провести время. Вот, знаете, вот в область начали приезжать люди не одним днем, а вот на 2-3 дня. Приезжают, есть где остановиться, есть что посмотреть. И вот очень важно, чтобы и наше муниципальное образование тоже становились вот такими точками притяжения. Да, пожалуйста, аргументы и факты, Антонин. Здравствуйте, Антонина Позднякова, «Аргументы фактов Толя». Можно тоже два вопроса, Владимир Сергеевич. Первый, на встречах с представителями торговых сетей вы предлагали господдержку. Расскажите, кто-то воспользовался этой помощью, ну и какие плоды, то есть итоги этого. И второй вопрос, ну, наверное, ваши личные отношения. Не все госслужащие у нас сейчас вывели свои деньги из зарубежных банков. Как вы к этому относитесь, как давно вы вывели свои счета? Спасибо. Но у меня не было счетов в зарубежных банках. Вот, никогда, кстати, не было. Никогда не открывал. Даже тогда, когда это такая возможность, ну, когда не было запрета на владение. Все свои денежные средства храню в российских банках. Правда, скажу честно, не всегда удачно. Вот есть, так сказать, один из депозитов, который сейчас вот в одном из прекрасных банков, что называется, подвис. Но основные деньги свои личные храню в Сбербанке Российской Федерации. Сбербанк не Российской Федерации, Сбербанк России называется правильно. Вот. Что касается, кто не вывел счета, ну, есть четкий запрет. То есть это основание для прекращения трудового контракта с государственными служащими. И не только с государственными служащими, а также с лицами, которые замещают государственные должности. Поэтому, если такая информация происходит, соответственно, мы проводим проверку и, соответственно, в рамках проверки должны прекратить трудовые отношения с подобными государственными служащими. Но у нас фактов таких не было. У нас были факты, когда мы проводили проверки в отношении госслужащих, которые
скажем, не полностью указали информацию в декларации. Ну, часто это даже носило такой несущественный характер. Ну, кто-то забыл какой-то банковский счет указать, там, на котором было там 1500 рублей, например. Но все равно строгость высокая, поэтому, соответственно, дисциплинарные ответственности были такие чиновники преувеличены. Поэтому, если будет у вас информация, информируйте. У нас наше государственное управление кадров и государственной службы, оно занимается этими вопросами. А в отношении, соответственно, губернаторов, это номенклатура администрации президента, у нас занимается управление под руководством Олега Плохого. Да, пожалуйста. Да, да. Первый вопрос по поводу сетевиков, господдержки. А, сетевиков, ну, вы знаете, никто пока из них не сформулировал предложение. Мы собирались, мы не формулировали конкретные формы поддержки сетевых компаний. Значит, мы попросили их в том случае, если они посчитают нужным какие-то формы государственной поддержки, чтобы они подобного рода формы предложили. Пока от них предложений не было. Но есть один из проектов, который реализует, ну, скажем так, начинает реализовывать Министерство промышленности и торговли России. Это вы знаете так называемые, там, их там еще называют food stamps и так далее. То есть поддержка покупки, скажем, малообеспеченными слоями населениями продукции, которые производятся на территории области. Мы изучаем этот проект, изучаем. Он в пилотном порядке идет в Кировской области. У нас пока, что называется, этот проект, мы его смотрим, изучаем. Очень большая инфраструктура должна быть сетевая для того, чтобы, так сказать, обеспечить его функционирование. Посмотрим, если такая необходимость будет, то будем его реализовывать. Пока мы с вами идем по другому пути. Мы идем по пути увеличения доходов жителей и увеличения минимальной заработной платы. Я тоже, кстати, хотел поблагодарить всех наших предприятий, которые присоединились к нашему трехстороннему соглашению. Вы помните, что с 1 февраля и с 1 августа в этом году будет два раза увеличен порог минимальной заработной платы для бюджетных и, соответственно, для внебюджетных организаций. Да, пожалуйста, Радио России, Виктор Васильевич. Владимир Сергеевич, хочу поделиться тревогами декабря, главными тревогами декабря, которые у нас на радио очень много задавали вопросов жителей. Первая тревога – это о том, что прошел слух, что Владимир Сергеевич переходит работать вот в Москву, там повышение и прочее, прочее. Ну, правда, жителей было много, которые, ну, просто возмущались. На понижение не бывает. Да, вот. Вот, как говорится, вы говорите информацию из первых уст. Ну, честно, хотелось бы услышать от вас. И вторая тревога. Ну, правда, у нас, как говорится, много вопросов от инвалидов. О том, что вот у них в конце года, в этом году урезали надбавки или льготы по жилищно-коммунальным оплатам. Вот две тревоги большие. Спасибо. Ну хорошо, значит, по поводу перехода. Вы знаете, я так скажу. Вот я давал уже комментарий по этому поводу, что служил в Тульской области России, служу и буду служить там, где скажет президент. Слушайте, моя номенклатура президента. Где первое лицо государства определяет работу, там и буду служить. Это понятный, так сказать, ответ. Что касается своего подхода, я человек с такой, знаете, многосторонней биографией, и опять же отвечу словами президента, свое место в строю всегда найду. Вот, поэтому здесь не переживайте, когда нужно будет, все узнаете. Значит, что касается второго вопроса, значит, здесь действительно сложилась такая немножко непростая ситуация. Она складывается из следующих позиций. Был принят федеральный закон, в соответствии с которым были определены параметры. И если мне память не изменяет, лет 8 назад, соответственно, так сказать, был принят закон, в том числе Тульской областной думой, в которой были определены параметры поддержки. Мне кажется, на своем брифинге Левина об этом, наверное, говорил, или нет, Филиппов не говорили. Просто наш региональный закон, он вступил в конкуренцию с федеральным законом. И в соответствии с вновь принятым федеральным законом, Тульская областная дума привела наш региональный закон в соответствии с федеральным законом.
и действительно часть категории людей получили, так сказать, произошло уменьшение мер социальной поддержки. Но более детально давайте я попрошу, чтобы, наверное, Филипп более детально доложил, чтобы вас, ну, не вводить в заблуждение. Но такое, так бывает, да, что при приведении в соответствие, соответственно, так сказать, так произошло. Угу. Да, коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Тульские известия. Здравствуйте. Ирина Михеева, Тульские известия. И у меня вопросов несколько. И первый из них к Юрию Михайловичу Андрианову. Да. Я бы хотела спросить по поводу переселения граждан из аварийного жилья. Вы достаточно интенсивно работаете над этим вопросом, ездите. И, ну, как здесь опять же уже говорилось, подрядчики иногда подводят, иногда задерживают. Но, тем не менее, стоит задача к 2017 году полностью задачу по переселению выполнить. Вот за счет чего все-таки будете выполнять, ну и как бороться с этими недобросовестными подрядчиками? И второй вопрос к Владимиру Сергеевичу. Владимир Сергеевич, вы как человек с большим-большим предпринимательским опытом и как губернатор сегодня, что бы вы сказали людям, которые думают, открывать им свое дело или нет, становиться ли им предпринимателями в, ну, во времена новой экономической реальности или нет? Спасибо. Ну да, действительно, как в докладе или в информации Владимир Сергеевич прозвучало, в этом году мы заканчиваем год с достаточно высокими показателями по вводу жилья, это порядка свыше 750 тысяч квадратных метров. Как удалось? Ну, все происходило у вас на глазах, вы с большинством, либо со мной, либо с руководителем нашего региона, либо с представителем министерства, практически все эти месяцы в реальном режиме времени объезжали не только в присутствии на приеме и сдаче этих домов, но и в процессе, как говорится, воспитания, в том числе и нерадивых, как вы высказали, подрядчиков. Как с ними бороться? Ну, бороться с ними, наверное, не нужно, нужно с ними взаимодействовать. Потому что мы прекрасно понимаем, что иногда вот эта недобросовестность, она носит некие элементы, скажем так, какой-то объективности. Это и, наверное, усложнение ситуации в стране и ограничение доступа наших строителей, к сожалению, это происходит, к кредитным ресурсам, к заемным средствам, ну и целый ряд других. Но при этом существует ряд подрядчиков, и что самое интересное, хотелось бы сказать большие слова благодарности в адрес наших тульских застройщиков. Это значительно реже происходит. В основном это все иногородние, которые по результатам конкурса, либо других конкурсных мероприятий выигрывают это право. Вы знаете, у нас законодательство так предусмотрено. Вот. И потом пытаются в лихорадочном таком режиме найти себе субподрядчиков. Это не всегда, естественно, добросовестно, не всегда с деньгами, не всегда с строительной техникой, не всегда с достаточным опытом строительства, прежде всего, организационным. Таких примеров много, я на них останавливаться не буду. В качестве, наверное, основного, который вот мог бы нас подвести в будущем, это строительство микрорайона Новые Тулы, это СУ-155. Вы знаете, что произошло одна эта группа компаний СУ-155, являющаяся застройщиком этого региона. И вот в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» на этом месте, значит, она сейчас в настоящее время испытывает достаточно серьезные финансовые трудности. И в связи с этим, допустим, строительство на сегодняшний день пока приостановлено. Но хочу сказать, что этот вопрос находится под контролем у нас и Владимира Сергеевича, и правительства. И работа эта будет продолжена. Сегодня механизм финансирования с участием Банка «Российский капитал» проработан практически. И уже принята концепция первоначальной застройки, вернее, достройки корпусов с высокой степенью готовности. И в первую очередь это корпус номер 2, который касается прежде всего вот, жителей Туликов.
И начало работ планируется вот уже с конца января, с поэтапным вводом, до середины где-то второго полугодия 2016 года. Эти объекты будут сданы, таким образом мы и выполним задачи, поставленные губернатором по наращиванию объема строительства, и решим, скажем так, снимем головную боль для тех дольщиков, которые уже внесли средства или планируют дальше идти. Вот, пожалуй, наверное, самое крупное. Решается вопрос продолжения строительства. Это вот, по, к сожалению, вы знаете, у нас основной застройщик, один из основных застройщиков Голуб год назад умер. И осталась неразбериха. Это вот по Октябрьской, знаете, несколько домов. Там тоже вопрос решается. Нашли, практически нашли уже и инвестора для продолжения работ по этим корпусам. И, скорее всего, наверное, тоже где-то с февраля, с марта работы будут продолжены с тем, чтобы, это я еще говорю, для того, чтобы успокоить наших дольщиков и в этом, по этому микрорайону. По остальным есть такие, наверное, временные затруднения, да я даже не назвал бы их затруднения. Есть определенные заминки, в начале вот своего ответа я сказал, по каким причинам. Но и министерство наше, и правительство в целом с застройщиками работают, все эти рабочие моменты разгребаются, как говорится так, в кавычках. И вопросы сдачи очередных домов, они будут продолжены. Буквально в самые ближайшие, наверное, недели, я не могу сказать, что череда, но очередные дома будут сдаваться и по 185-му, и в целом по строительству. Поэтому волноваться я не вижу каких оснований, а те затруднения, которые есть, ну, для этого наша задача ведь помогать в этом, иначе чиновник для чего нужен? Мы сами мастерком не строим, кирпич не завозим, а вот помочь в организации этой работы, как застройщику, так и, скажем так, заказчику, это наша святая обязанность. Если мы будем плохо ее делать, то это будет плохо. А мы будем стараться делать хорошо. Да, пожалуйста, Владимир Сергеевич, ответьте на еще один вопрос. Ирина, вот экономическая реальность, она вроде бы на всех влияет, да, а женщины больше рожают. Настроение, самое важное, да. Настроение. Поэтому точно так же с предпринимательством. Человек, который хочет предпринимать, он будет предпринимать в любых условиях. Вот что называется, до тех пор, пока его, что называется, в асфальт не закатают, все равно будет предпринимать. А сейчас, в 2016 году, не предпринимать на территории Тульской области, ну, мне кажется, грешно, потому что такие условия, которые мы сделали, ну, таких условий в ЦФО нет ни у кого. Мы шли на это, так сказать, осознанно, мы прекрасно понимали, что люди должны, что называется, глоток воздуха получить, да, поверить. И если вы видите, мы стараемся свою работу вести максимально открыто. Подчеркну, максимально открыто. Вот. Поэтому думаю, что прирост по предпринимателям, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, у нас будет. У нас, кстати, объем отгруженной продукции предприятиями малого и среднего бизнеса увеличился на 25% в прошлом году. Понимаете, несмотря на то, что тут некоторые у нас пишут, что там вот с приходом Груздева выдавили весь малый бизнес. Ну, пишут непрофессионально. Почему? Потому что, так сказать, сами в школе на тройке, видимо, учились. И иногда не цифру не смотрят. Нужно же, есть вся открытая информация, оцените ее. Это же учет идется, в том числе статистикой. Ну, это же цифры. Они, их же невозможно передернуть. На 25%. Увеличился объем отгруженной продукции, именно малым и средним бизнесом. 20 тысяч рабочих мест создали в предприятиях малого и среднего бизнеса. Это же, как сказать, это же то, что вот можно прийти и руками пощупать. А с чего вы думаете снижение безработицы, если мы всегда были с вами за процент по регистрируемой безработице, а в этом году 0,8 заканчиваем. Понимаете? Это же все результат совместной работы. Посмотрите, что мы сделали в этом году впервые, ну, с постсоветских времен, мы наконец-то начали готовить наших ребят для наших, так сказать, производств в рамках наших колледжей и училищ. У нас все ребята, которые сейчас учатся, все имеют договора с предприятиями, на которые они пойдут.
А то как получается, вот учреждение культуры наше, колледж культуры, так сказать, который выпускает у нас прекрасных девушек, знаете, вот они помогают иногда награды выносить, там, цветы. Тут пошли мы с Юрием Михайловичем посмотреть, как, соответственно, на Гоголевской восстановили бассейн, там и спортивный клуб, да, сделали. Приходим, там наши две выпускницы, да, наши, да. Наше учреждение культуры. Слушайте, ну вот это же неправильно. Понимаете, если мы готовим учреждение культуры, значит, должны девчонки там и ребята идти в наше учреждение культуры дальше работать, да? Вот, может быть, нужно и тренеров, конечно, по фитнесу готовить. Это ничего в этом плохого нет, это новые профессии. Но они должны готовиться как тренеры по фитнесу. А то у нас, когда мы смотрели, там у нас 50 человек, например, готовились для того, чтобы работать на Норильском комбинате, в Дудинке, там, да, где-то там, и так далее. Но где Тула и где Норильский комбинат. Вот. А сейчас у нас все ребята, которые идут, это, они все прикреплены. Это дает возможность им социализироваться. Вы же тоже приходите в разные, там, вот приходите там, в новую редакцию там, газеты или в новую редакцию, я не знаю, там, средства массовой информации. Ты же не сразу социализируешься, правильно? А так постепенно происходит социализация, знакомиться, работа, профессию начинают любить. Поэтому уверен, что предприниматели, они как наши женщины, выберут обязательно в этом году решение начать предпринимать. Да, пожалуйста. Еще, Юр, хотел бы добавить, просто мы как-то об этом не акцентировали. Мы впервые вошли по результатам национального инвестиционного рейтинга в десятку лучших регионов, то есть регионы лидера, по созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Когда такое было? Это я вот продолжение того, что Владимир Сергеевич сказал. Нас иногда. Мы десятые стали, а были где-то там в четвертый, в пятый. И задача вот сейчас, задача стоит, чтобы по итогам 2015 года не только удержать, а улучшить свою позицию. Мы прекрасно понимаем, что конкуренция между регионами, она серьезная. Ну вот, знаете, приятно иногда, вот мой коллега Андрей Воробьев проводил тоже брифинг по итогам подведения итогов социально-экономического развития там, за 2015 год. И он, упоминая, с какими регионами Московская область конкурирует за инвестора, он назвал там, Татарстан, назвал Ульяновск, назвал Калугу, назвал Тулу. Ну приятно же, да, когда крупные регионы по мощи своей, так сказать, экономической, там, в разы, которые превосходят нас, воспринимают нас как своих конкурентов за инвестора. Это, знаете, как-то уровень, я говорит, определяю ваш уровень по уровню ваших оппонентов. Ни один инвестор за прошлый год не прекратил, только идет наплыв. Вот ответ. Давайте дальше. Спасибо. Информационное агентство «Тульские новости». Вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Сергеевич, Юрий Михайлович, Анастасия Жуковская. Тульские новости, что-то пошло не так. Вопрос, касающийся грантов, во-первых, в 3 миллиарда рублей, который был выделен фондом Агентства экономического развития Тульской области. Вот, и он такой. Как, по вашему мнению, должны ли гранты на эти суммы разыгрываться публично с привлечением экспертов? И должна ли общественность узнать, кто же получил эти гранты и как по ним отчитались? И все-таки это средства налогоплательщиков. И второй вопрос, касающийся выемок в Минздраве региона, связанных с внедрением программы современных информационных систем здравоохранения. Связан ли это с внедрением программы «Инфоклиника» и деятельностью Артура Карабаева на посту министра по информатизации и связи региона? И ведутся ли в этой связи какие-то проверки в правительстве региона и кого проверяют? Вы спасибо. Решили? Пожалуйста. Я по грантам, я вроде как председатель правительства, если не будете возражать, да? Ну, я к вам обоим. А, да. Не, ну понятно, там у вас так четко записано, у меня так не будет, я постараюсь своими словами. Можно, да? Значит, ну, во-первых, я хотел сказать, что, во-первых, согласиться с тем, что подобные вещи должны делаться гласно. И хотел бы вам напомнить, что они были сделаны гласно. Что в 2014 году, вы знаете, у нас есть фонд, так называемое агентство по поддержке у нас предпринимательства, возглавляет его господин Печурчик. Вот. Так вот, в 2014 году фондом был объявлен конкурс на представление двух грантов за достижение лучших показателей финансово-хозяйственной деятельности для тех организаций, которые, осуществляя свою деятельность на территории Тульской области, обеспечивали и обеспечили бы
значительное увеличение налогового поступления в бюджет региона. Этот конкурс был объявлен у нас открыто, был на сайте, никто ни от кого не прятался. Принять участие в конкурсе имели возможность все крупнейшие налогоплательщики Тульской области. При условии, что обеспечивали объем налоговых поступлений в бюджет области по результатам предыдущего года, то есть 2013, не менее 1 миллиарда рублей. И в конце концов, по итогам этого конкурса, вот по каждому из этих грантов были определены организации-победители. Их тоже никто не скрывал. Это стало торговый дом «Медведь» и пивоваренная компания «Балтика Тула». Гранты этим организациям выплачивались поэтапно. После того, как эти организации по условиям конкурса отчитались об условиях, в числе которых было увеличение поступление налогов, рост объема производства и рост уровня среднемесячной заработной платы. Это все в условиях конкурса, предусмотрено, они открыты, можете посмотреть. И организациями, получателями вот этих грантов, также была предоставлена отчетность о целевом использовании вот этих грантов. Я хочу сказать, что в результате поддержки фондом этих двух организаций мы дополнительно в бюджет получили свыше 9 миллиардов рублей дополнительных доходов. Вот, пожалуйста, 3 миллиарда, скажем так, им выделили на поддержку, получили дополнительно для того, чтобы могли и строить, и мамочек наших многодетных, и пенсионеров, и другие социальные вещи решить, мы получили 9 с лишним миллиардов рублей. Вы знаете, что после 2014 года законодательство у нас скорректировано было, федеральное, и теперь мы не можем выделять гранты для предприятий, осуществляющих подобную деятельность. И как результат, по результатам, допустим, 2015 года, мы недополучили порядка 5,5 миллиардов рублей. Грустно. Честно хочу, грустно. Но мы по-честному выполняем федеральное законодательство, приводим все свои, скажем так, действия в соответствии с ним, корректируем. Вот. И на 15-й год, и вот на 16-й, и вообще на плановый период до 18-го года мы не предусматриваем продолжить такую работу в качестве выделения грантов для, в рамках программы улучшения инвестиционного климата на мероприятия, такие как имущественный взнос в региональный фонд агентства экономического развития. Поэтому будем искать другие источники и, наверное, где-то немножко поджимать свои интересы. Но хочу сказать, что никаких нарушений в отчетности, скажем, за получение подобных грантов ни со стороны «Медведя», ни со стороны «Балтики» не обнаружены по результатам многочисленных проверок. И по результатам проверки нашей счетной палаты, и по результатам контрольного комитета, и по результатам других проверок, включая прокуратуру. То есть все четко, законно и обоснованно. Жаль, что мы не сможем дальше, так сказать, работать в этом направлении. Но мы законопослушны, и поэтому выполнили эту команду. Я не знаю, удовлетворил, нет? Или подробности еще какие нужны? Что касается проведения проверок, ну, проверки, знаете, проводятся постоянно. Сейчас проверка действительно Минздрава идет, проверка проводится с нашим ОВД, совместно с контрольным комитетом и прокуратурой Тульской области. Проверяется действительно, так сказать, ну, ряд мероприятий. По итогам проведения проверки мы, соответственно, вас всех проинформируем. Хочу напомнить о том, что мы всегда четко взаимодействуем с нашими правоохранительными органами, и напомню вам о том, что именно по материалам правительства Тульской области, которые мы передали в ОВД, было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда в рамках строительства жилья по переселению из аварийного фонда в Донском, Северозадонске, вы знаете об этом. Вы знаете о том, что после того, как в правительство Тульской области поступила информация о действиях одного из сотрудников, это заместителя министра внутренней политики Мещенко, была проведена проверка. В рамках проведенной проверки материалы были переданы в управление внутренних дел по Тульской области,
который, соответственно, проведя свою проверку процессуальную, передал документы в следственное управление. Следственное управление возбудило уголовное дело, сейчас расследуется уголовное дело, которое расследуется по материалам, которые передали из правительства. Что касается проведения собственных проверок, которые проводило у нас вот по Министерству финансов Тульской области, и были выявлены нарушения по поставке ЧРП, была тоже проведена проверка, был освобожден от занимаемой должности заместитель представителя правительства Стукалов, материалы были переданы, соответственно, тоже в Следственный комитет. Уголовное дело тоже возбуждено. Мы всегда открыты и всегда взаимодействуем с правоохранительными органами с точки зрения соблюдения всего законодательства. Здесь и проверки, которые вот и привлечение чиновников к уголовной ответственности, все эти привлечения происходят на основании тех проверок, которые проводятся либо контрольным комитетом Тульской области, либо счетной палатой, либо, соответственно, так сказать, правительством Тульской области. Поэтому мы заинтересованы как раз в том, чтобы все проверки проходили открыто, ну, в меру того, что является открытым. Я хочу еще тоже заметить, что не забывайте, что любой из чиновников, который, это нормально, когда проверяются как бы, расходование бюджетных средств, это правильно, деньги налогоплательщиков, но любой из чиновников, который принимает те или иные решения, конечно, человек, который находится под определенным грузом ответственности, вполне естественно, и бывают ошибки, а бывают умысел. Вот ошибки и халатность – это разные совершенно вещи. Поэтому, когда проверка будет проведена, соответственно, мы вас тоже проинформируем по результатам проверки. Там она идет своим чередом. Спасибо. Да, коллеги, у нас практически не осталось времени. Крайний вопрос. Интерфакс. Владимир Сергеевич, Интерфакс. Ну, в принципе, мы как бы как федеральщики должны задавать какие-то такие глобальные больше вопросы. Но мы сегодня обойдемся, в общем-то, без глобальности. Все-таки я задам такой местный вопрос. Потому что я с ним столкнулся как раз по возвращению в Тулу с большой поездки по другим регионам. 10 января я был у своих знакомых в районе областной больницы и в часов 10 вечера собирался возвратиться домой. Стоял на остановке возле областной больницы, ждал 18-й маршрут. Температура воздуха была 20 градусов мороза. В течение получаса ни одной маршрутки, ни одного автобуса, да, муниципального транспорта. Только ехали, наоборот, из города, будем так говорить, в сторону областной больницы, где, видимо, уже останавливались и ждали утренних, так сказать, часов для того, чтобы выйти на маршрут. Человек 15 стоял и ждал вот этот транспорт. Было ощущение, что лучше пора доставать или с собой таскать уже бутылку водки и просто-напросто, извините, согреться. Вы знаете, только на самом деле алкоголем не согревают. Ну, я понимаю, лучше, но лучше, так утренний. Лучше бы тебе термос с чаем доставить. Поэтому в этот же день, возвращаясь из Москвы, я, в общем-то, обратил еще внимание вот на что. Залез когда в маршрутку, да, зашел в маршрутку, но это просто ужасно было, да, там тонны воды, грязи, каши, месива и так далее. Ощущение такое, что водители на конечных остановках вообще совершенно в салон не заглядывают. Вот можно месить это все, как говорится, своими ногами и чем угодно, своими сумками и так далее. Большая просьба, вы по понедельникам проводите совещание, оперативное совещание с руководством Тулы по развитию города, поднимите вопрос о том, чтобы маршрутки, в первую очередь, наверное, все-таки маршрутки, работали не до 10 часов вечера, а все-таки, видимо, более позднее время, и давали возможность жителям все-таки выезжать, как говорится, из таких районов к себе домой, особенно в такие морозные дни. Это просто ужасно. Понятно. Хорошо, обязательно передам, но я чувствую, что все-таки брифинг с руководством администрации города назревает. Да? Надо попросить будет Юрий Михайлович, давайте попросим Евгения Васильевича с Юрием Ивановичем для того, чтобы, так сказать, они все-таки брифинг провели. Вопрос провели. Да. Спасибо. Да. Ну, давайте еще один вопрос, и, наверное, как говорит Владимир Владимирович, остановить невозможно, надо только прекратить, да? Да. У меня не совсем обычный вопрос, его нету в подсказках. Ну вот читатели прислали по электронной почте, можно? Ну, пожалуйста. Хорошо. И к Владимиру Сергеевичу, к Юрию Михайловичу. Ну, в прессе на сегодняшний день очень много говорится о запрещенном во многих странах, и в том числе в России,
группировки ИГИЛ, и люди, видимо, телевизор насмотрелись, спрашивают, значит, у нас в регионе какие меры безопасности принимаются, может быть, самим на что-то обратить внимание, в школах с детьми разговаривать и так далее. Спасибо. Ну, спасибо. На самом деле вопрос точно не праздный. И вот я хочу сказать, что ежедневно органы государственной безопасности выявляют и задерживают до 10 человек ежедневно. Это не у нас, я имею в виду в целом по стране, до 10 человек людей, которые либо являются вербовщиками, либо, так сказать, люди, которые уже, вовлечены в процесс в этот, либо уже вернулись даже из Ирака, Сирии и так далее. Действительно, проблема большая, она, я бы честно сказал, даже глобальная проблема. Видите, век информатизации, последние 15 лет, когда вот действительно век информатизации, он привел, ну, скажем так, совершенно новые угрозы. То есть терроризм давно существует, в принципе, существовал, наверное, всегда. Форму, может быть, там, формулировку терроризма, там, может быть, обозначили последние там, 30-40 лет. Но что касается появления вот таких вот новых организаций, которые даже не таких стран, даже не стран, а как новых таких псевдогосударственных структур, это действительно вот угроза уже новой современности. Если вы посмотрите, вот под опять же проанализируете ту информацию, которую мы получаем, мы видим, что национальности все разные. И по вероисповеданию, то есть многие по рождению тоже были разного вероисповедания. Там есть и христиане, и православные, и мусульмане, то есть и буддисты, то есть совершенно разные. Это новые вызовы. И вот для нас, вы знаете, я вот честно скажу, что я очень внимательно к этим вещам отношусь и стараюсь комментировать их очень осторожно для того, чтобы жители, чувствовали уверенность и спокойствие. Но когда мы проводим с вами и антитеррористические комиссии, мы всегда обращаемся к жителям. Конечно, без внимательности, без, что называется, ну, просто понимания, кто ваш сосед, с кем вы рядом живете, что происходит, конечно, устранить эту угрозу очень и очень сложно. Это же простые люди, которые в силу каких-то обстоятельств там сбились с пути, может быть, там, я не знаю, что-то не сложилось у них в личной жизни, может быть, что-то не сложилось на работе, в служебной деятельности. Поэтому иногда поддержка подобного рода людей позволяет людей отвести от лиха. Поэтому здесь, конечно, нужна поддержка со стороны жителей, и вот нужно внимание. Вот. А я не стараюсь, чтобы количество чиновников у нас не росло, но я задумываюсь о том, чтобы ввести дополнительную должность заместителя губернатора, человека, который бы занимался именно вопросами вот антитеррористической безопасности. Я так вот, такое мнение у меня складывается все больше и больше. Хотя я понимаю, что это создаст дополнительную нагрузку, в общем-то, на бюджет. Но и думаю, что окончательного решения еще не принял, но думаю, что такая необходимость, она, в общем-то, есть, она такая необходимость. В нынешней ситуации она назрела. Ну, а дальше поживем, что называется, увидим. Спасибо большое всех еще раз с рождественскими праздниками и с наступающим Старым Новым Годом и с вашим профессиональным, как правильно праздник называется? День Российской Печати. Днем Российской Печати.